могут перейти в партнеры, что они могут получить то-то, то-то, то-то и так далее. То есть наша задача быть бережным наставником и позаботиться о всех, о всем своем роде, да, в сибирском, быть таким, вы знаете, заботливым родоначальником. Да, я хочу сказать, потому что благодаря вот именно тому, у меня аж мурашки сейчас идут, тому, что Ксения сейчас о чем говорит, что позаботиться о том, кто внизу, кто в глубине у вас, благодаря вот такому заботливому звонку от наставника, которая была чуть-чуть выше, чем непосредственно девушка. Да, ты вспомнила? Девушка, которая Ксения оформилась к Полине, ну, совершенно как бы так. Давай я сейчас с самого начала расскажу просто, давайте. Как вот такой звонок или сообщение может повлиять на вашу, судьбу как наставника и как лидера, и на судьбу того человека, кому вы маякнули про это. Прошлый год, февраль, мы были в состоянии того, что нужно менять компанию, что-то в жизни менять и куда-то переходить. Мы еще не были в Сибирском. Но так случилось, что за месяц до того, как мы осознанно пришли в Сибирск, за месяц я зарегистрировалась к своей клиентке по браслетам, к Полине Кистиной. Я зарегистрировалась, чтобы брать Омегу. Я сделала на 100 баллов заказ в январе прошлого года. Естественно, я вообще не думала про программу «Клуб постоянства», я не знала о ней. Мне просто никто купила. Про это не сказал. Да. Я просто купила, заказала в интернете, я увидела, что есть кэшбэк 15%, я люблю все эти штуки, и заказала для себя. В конце февраля, 26 числа, позвонила вышестоящий наш наставник Любовь Васильевна и сказала: «Ксения, вы как клиент, вы идете по клубу постоянства, чтобы вам не потерять свой подарок, вам важно сделать минимальный заказ на 50 баллов». И я начала расспрашивать, а как и что, а как и что, и буквально 8 марта мы сделали 200 баллов заказ и перешли в статус бизнес-партнера, и я, и Юлианна вот в один день, благодаря тому звонку, который поступил в конце февраля. И что сейчас выросло с того звонка? 3000 человек в жизни каждого из вас. Вы пришли в команду, в эту компанию, благодаря тому единственному звонку. И вот сейчас, когда вы будете заходить в бэк-офис, смотреть своих людей, и вот с этим посылом писать людям о том, что я вам писала, да, сейчас сообщение в нашем чате команды, прислала образцы, которые я отправляю.